Россия будет привлекать правительство Ирака к работе над возможным расширением миссии ООН по расследованию случаев применения химвеществ на Ирак, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Ранее в связи с появившимися ранее сообщениями об использовании боевиками Исламского государства токсичных веществ в Ираке, Россия заявила, что поднимет в СБ ООН вопрос о распространении деятельности механизма по Сирии на Ирак. Это проблема не только для Сирии, но и для Ирака. Мы обсуждали ситуацию с нашими иракскими коллегами, с правительством Ирака, заявил Чуркин, мы считаем, что в определенный момент резолюция Совета Безопасности может потребоваться. Но мы пока не выносим резолюцию. Нам нужно пройти через определенный процесс с участием правительства Ирака до того, как это произойдет, если будет решено, что такая резолюция нужна. В сентябре РФ является председателем в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН 7 августа единогласно принял резолюцию по установлению виновных в применении химических веществ в качестве оружия в Сирии. Ранее Генсек ООН передал СБ рекомендации по учреждению совместного механизма расследования ОСХ и ООН, СМР.